Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня совсем кратко и по делу мы с вами разберем ситуацию на крипторынке. Чтобы потом не напоминать, сразу рядом с кнопкой подписаться есть колокольчик. Все-таки это криптовалютный канал, и вам нужно получать информацию сразу, а не через 3 дня после того, как ролик выйдет. Курс биткоина 8800 долларов, как в прошлом выпуске. Как позапрошлом выпуске я говорил, что мы вероятнее всего будем отскакивать вверх. Мы данный отскок получили, соответственно, я это и на ютубе показывал. В закрытой группе я показывал это более четко. В том числе, как только мы получили объем и дал туда сообщение, да и в принципе можно вставить из прошлого видео там вставочку. Из-за того, что у нас толком только тестировалась эта зона, закрепления как такового не было, то вот это пробитие вот этой поддержки и консолидация на этой, в принципе, довольно нормальная. Что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем в более среднесрочной перспективе формирования на вероятный вынос лонгистов. В локальной перспективе мы с вами четко видим вынос лонгистов. Что он нам дает? Он нам дает локально вероятность теста 8800, 8900, ну там вот до 8950. Действительно, мы сейчас с вами получили плюс-минус возврат в канал, но здесь важнее то, что мы с вами пробили, обратно пробили и закрепились над поддержкой 8400, 8600 долларов, что нам показывает, что в более среднесрочной перспективе у нас в очередной раз были вынесены лонги. Сегодня разберем, когда же все-таки это дело есть смысл фиксировать, потому что вопросы таких выше крыши, особенно про альткоины, ну и вообще каких, в принципе, движений я ожидаю в дальнейшем от крипто рынка в локальной среднесрочной ситуации. В очередной раз вам напоминаю то, что в описании есть ссылки на мою открытую телеграм-группу и на мою закрытую телеграм-группу, которая стоит копейки, но там я работаю с аудиторией каждый день. Давайте рассматривать ситуацию более среднесрочно. С уровня 9150-9300 цена останавливалась 9200 под секс. Мы с вами получили коррекцию в рамках нормальной, то есть мы корректировались до уровня 8200, как я, соответственно, обозначал в прошлых выпусках. Вероятнее всего, с этих уровней мы будем ловить отскок. Отскок мы получили, причем отскок мы с вами получили с перекрытием уровней, перекрытием коррекции локальной и возвратом в уровень. Что нам показывает? То, что мы в очередной раз хорошо вынесли лонгиста, причем формат движения был такой, что мы еще внутри этого движения подснесли шортистов, причем шортистов мы сносили довольно круто. Плюс, если рассматривать ситуацию локально, сейчас мы с вами активно штурмуем уровень сопротивления, ну там вот получается 8750, там канал идет 8750, 8950, то есть не доходя до 9000. Вероятность тому, что мы возвращаемся в этот канал, довольно велика. Я думаю, что мы все-таки туда придем. И я думаю, что все-таки с большей вероятностью мы будем рассматривать продолжение восходящих движений в локальной ситуации. Что касается ситуации среднесрочной, все-таки, я думаю, мы с вами еще раз ретестнем уровень 9159-300 по поводу фиксации. Вообще, если сейчас рассматривать технику, объективно нормальная фиксация – это где-то уровень 9500-9700 плюс-минус. Если мы рассматриваем, например, эфир, это уровень, чуть-чуть не доходя до 200 долларов, там буквально без 3 долларов, где-то 197-198, вот так вот. Но здесь мы с вами должны рассматривать ситуацию, которая была в более глобальной перспективе. В более глобальной перспективе мы с вами, опять же, качественно наблюдали вынос на лонги. Плюс мы с вами наблюдали накопление и не наблюдали распределение. Поэтому, если рассматривать более среднесрочную ситуацию, все-таки, опять же, я смотрю в сторону лонга. Просто на уровнях, ну, во-первых, 9, дальше 9, там, 159, 300 и 9500, 9700 надо будет оценивать объем покупателя. Оценить его, к сожалению, можно будет не исключительно именно в тот момент, вот в моменте. Также довольно часто меня спрашивают, есть ли смысл сейчас входить. Не знаю, я вам давал дно. Сейчас смысл, если смотреть более среднесрок, конечно, какой-то есть, но вы должны оценивать риски. Риски здесь увеличились многократно. И скажу чисто за себя. Если бы я, например, сейчас бы не заходил в позиции, то я бы, наверное, посидел в фиате и заходил бы в рынок по биткоину на хорошем таком качественном пробитии 8950. Соответственно, если мы рассматриваем с вами эфириум, то это где-то 174-176 долларов. Пробитие закрепления этих уровней нам, в принципе, показало бы по эфиру, соответственно, потенциал движения еще там плюс-минус на 30 долларов вверх, по биткоину, ну, еще долларов 300-400, вероятность здесь довольно неплохая. Есть ли смысл сейчас суетиться и закрывать позиции? Определенно нет. Мы с вами, еще раз говорю, показали вынос с перекрытием на лонгистов.
Плюс мы с вами удержались в канале, показали то, что в данном канале мы закрепились. И плюс, помимо того, что мы закрепились в данном канале, мы еще и показываем вероятность выноса данного канала, выноса его сопротивления. То есть и, соответственно, перспективу выхода в канал выше. Поэтому лично я здесь точек фиксации не рассматриваю, да и в принципе технических... Ну, здесь точек выхода, в принципе, да, технических, но нету. Если рассматривать более среднесрочно альту, соответственно, по эфиру я вам обозначил, это где-то плюс-минус уровень 200, и не факт, что мы там остановимся, вероятнее всего, просто там идет глобальное сопротивление, и там надо будет смотреть, но я думаю, что все-таки в такой формации глобальное сопротивление мы будем пробивать. Если мы с вами рассматриваем Ripple, то это где-то уровень, ну, как я обозначал ранее, 25-27 центов, туда актив должен прийти. Причем в случае, если мы там закрепляемся, там довольно хороший уровень, уровне, и там вообще потенциал выстрела вплоть до 31 цента. Еще раз напоминаю вам то, что стоит поставить колокольчик, потому что колокольчик сразу же при выходе видео вам дает уведомление на его выход, в отличие от того, что делает YouTube. Даже не важно, что вы на меня подписаны, он вам может сказать, что я выпустил новые видео, а этому видео уже будет 2-3 дня. А все-таки это крипторынок, и вам важно знать все в моменте. Если был вам полезен, в обязательном порядке поддерживайте видео лайками, свои мысли оставляйте в комментариях, но если не подписан на канал, подписывайтесь. До следующего выпуска, друзья, работаем.